Я думаю, что нет. Не миновали, и может быть, я прямо сейчас в разгаре каких-то вопросов к себе, но вообще вот это состояние неспокойствия души, оно мне в принципе характерно. Я очень много вопросов задаю, ну, самому себе в первую очередь. О масштабах. Вопросы о качестве. То есть настолько ли много и настолько ли я хорошо вот делаю в том, чем я занимаюсь, насколько мог бы. Как еще донести там какие-то свои мысли, как еще через, может быть, какие-то там другие формы творчества можно было бы там самовыразиться для того, чтобы, собственно, выразиться.